За неделю в Японии из-за жары госпитализированы свыше 450 человек. Об этом сообщают местные власти. По их словам, число людей с тепловыми ударами растет с большой скоростью. Медики призывают население не находиться долго на солнцепеке, носить головные уборы и по возможности употреблять как можно больше жидкости. По словам метеорологов, лето в Японии будет жарким. Они отмечают высокую температуру, вызывают климатические феномены Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане. К слову, в прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, и еще свыше 50 тысяч были госпитализированы.